Вероятного убийцу депутата Черкасского облсовета Сергея Гуры суд отправил под стражу. Бывшего личного охранника Гуры Николая Гончара утром этапировали в суд прямо из больницы в бронежилете под усиленной охраной. По версии следствия, именно он вечером 24 мая ворвался в офис депутата с двумя гранатами и пистолетом. Во время ссоры Гончар трижды выстрелил в Гуру. Две пули попали в грудь и в голову. Депутат скончался на месте. После этого, по словам полиции, стрелка ранили из травматического оружия, и он потерял сознание. До сегодняшнего дня Гончар находился в больнице. Вчера ему предъявили обвинение в захвате заложников и умышленном убийстве. Ваша честь, на данный час мы выбираем клопотание про тримание під вартою, доцільність готовить самого клопотання. Роди справа по суті буде вже в подальшому суді. Я заперечу против такой постановки вопроса. Коли сфальсифіковано, ще не було внесено в ЄРДР, а протокол 208 був вже внесений. Про що ви кажете? 13.10 протокол виписан 208, а в ЄРДР ви внесли після обіду. А тепер ви по суті. Ви сфальсифікували цю справу ізначально. А ви розкажете по суті. Оце суть.